Всем привет! Вы на канале Кубанская кухарка. Сегодня мы с вами приготовим пиццу по-домашнему. Для этого нам понадобится слоеное тесто, колбаса, сыр, болгарский перец, помидор и кетчуп. Для начала мытый помидор мы разрезаем напополам и очищаем. Далее мы режем его ломтиками. Очищенную колбасу от пленки тоже нарезаем. Далее болгарский перец мы разрезаем напополам и очищаем его от семечек. После того, как мы промыли наш болгарский перец и очистили его от семечек, мы нарезаем его соломкой. Далее все очень просто. Мы берем наш сыр и натираем его. Далее переходим к самому главному, к нашему тесту. Мы его достали из упаковки и начинаем раскатывать. Я раскатываю тесто на глаз, потому что уже привыкла и знаю его размеры. Далее мы берем ничем не намазанный противень и выкладываем на него тесто. Далее мы берем наш кетчуп и выкладываем его на тесто. Кетчуп я использую острый, так как вся наша семья его любит. Но а вы можете использовать любой кетчуп на ваш вкус. И потихоньку начинаем выкладывать все наши ингредиенты. Первым идет колбаса. Когда мы выложили всю колбасу, потихоньку начинаем выкладывать помидоры. Далее идет болгарский перец. И самое главное, без чего не может обойтись ни одна пицца, это сыр. Thank you.
Ставим нашу пиццу в разогретую духовку до 180 градусов примерно на 20 минут. Когда сыр станет немножко поджаристым, а корочка приобретет румянистый цвет, тогда уже можно вытаскивать. Надеюсь, вам понравилось это видео и был полезен этот рецепт. Всем приятного аппетита!